Славянский район известен не только развитым сельским хозяйством, но и промышленным производством. Здесь есть предприятия, продукция которых пользуется хорошим спросом в России и за рубежом. Интересно, что появляются и новые производства, причем в таких сферах, которые раньше здесь не были известны. Об одной из таких компаний мы расскажем в первом выпуске новостей. Компания ControlGate начала работать в 2020 году и специализируется на разработке программного обеспечения и аппаратно-программных комплексов в области систем контроля и управления доступом и учета рабочего времени. Глава Славянского района Роман Синеговский и его первый заместитель Евгений Колдомасов побывали в этой перспективной компании. Ее генеральный директор Иван Колодезный рассказал гостям обо всем, что уже сделано и сейчас делается. Корпуса делаешь сам? Буду делать сам, здесь будет. И вот эти контроллеры. Вот это полностью все наше, от начала до конца, от схемотехники до сборки. Роман Синеговский задал вопросы руководителю о том, какие перспективы есть у компании, и получил подробные ответы. Развитие высокотехнологичного производства в нашем городе не может не радовать. Разработали программное обеспечение, начали внедрять в ряд компаний, увидели, что не хватает электроники. Притом сначала СВО западные производители ушли с рынка, и открылась целая такая большая ниша. В принципе, за полтора года разработали 7 устройств. Это считыватели, контроллеры, замки. И вот начинаем их производство. Скоро будем делать турникеты, пандусы, ну и ряд еще другого оборудования. Система контроля доступа – это инструмент успешного руководителя. Компания помогает предприятию понять, как взаимодействуют его структуры, выявить проблемные места и повысить эффективность работы. Конечно, в этой сфере есть конкуренция, но славянская компания уверена в своих силах, потому что предлагает заказчикам отличную продукцию. Мы проводили анализ рынка, мы оплачивали, заказывали, то есть видим перспективы роста его, что более востребовано, что менее востребовано. Ну, допустим, если контроллеры доступа, да, то наш ближайший конкурент выпускает 20 тысяч в год. Это открытые данные, он их публикует. То есть ну, у нас контроллеры немножко даже лучше. Не то, что немного лучше, они на порядок лучше, на порядок эффективнее и способны решать более задачи. Сложная. Конечно, молодая компания нуждается в поддержке, и она оказывается и администрацией района, и Славянским центром поддержки предпринимателей. Есть помощь. Да, вот мы сейчас производим аттестацию оборудования, сделано в России. Совместно нам помогают, консультируют непосредственно, что и как делать. Там достаточно такие сложные пакеты документов. Нам помогают их подготавливать. Компания ControlGate только в начале своего пути, но перед ней открываются большие перспективы. В планах руководителя расширение производства, для чего будут нужны квалифицированные специалисты. Самое главное, у всего коллектива есть общие цели и стремление добиться большего. А значит, все обязательно получится. Андрей Вишневский, Георгий Калинин, программа «События».